саженцы розы фантазии относятся к устойчивым перед морозами, болезнями и вредителями сортам. Высаживают их на солнечные участки, защищенные от порывов ветров. Почву дренируют. Время посадки саженцев розы фантазия – май либо середина осени. Высота кустарника от 70 до 90 см. Ветви крупномера розы фантазии длинные, с блестящими листочками. Цветочки в диаметре до 8 см, окрашены они в бело-красный цвет. Собираются в соцветие. Аромат не яркий, но приятный. Используют этот сорт цветов для создания высоких цветников, вертикального озеленения, оформления живой изгороди. Роза флорибунда фантазия – это кустарники высотой от 70 до 90 см с типом роста, высокорослый, диаметром от 30 до 60 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Аромат у цветов слабый, окраска цветка бело-красный. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 7 до 8 см. Летом листва зеленая, осенью листва зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Розу флорибунду фантазия создал Кордес. Годом создания растения считается 1977. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.